В нашу студию заглянула болельщица Дарья Гаврилова и Ольга. Мы рады приветствовать ее. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Первое ощущение, наверное, делитесь впечатлениями от матча Дарьи против Марии Шараповой. Ну, первое, конечно, ощущение грустное, потому что хотелось, чтобы она все-таки выиграла. Поэтому первое – это грусть. Но второе – это, конечно, радость, потому что было что посмотреть. Матч был хоть и короткий, но зрелищный. Мне кажется, он был сверхскоростной, поэтому закончился так быстро. И это неплохо. Как давно вы болеете за Дарью Гаврилову? За Дарью я болею, так как она является представительницей Австралии, а я частенько бываю в Австралии. И однажды даже посетила Australian Open, оттуда у меня есть мячики. И так же, как и Дарья, моя родная сестра живет в Мельбурне. И так как она русская, которая переехала в Мельбурн, и Дарья – это русская, которая переехала в Мельбурн, мне кажется, у меня лично больше общего с Дарьей Гавриловой, чем с Марией Шараповой. Поэтому это такая вот личная такая причина. Когда вы, в принципе, решили, что приедете на Санкт-Петербург Ladies Trophy? Это не первый турнир, который я посещаю здесь. 2 года назад, в 2017 году, я впервые посетила, но это был не Ladies Trophy, это был SPB Open. И там был никем особо не замеченный Саша Зверев. Я хотела болеть за Михаила Южного, но так как меня не пустили на тренировку, потому что я опоздала в галерею, я решила, Южного буду болеть за Сашу Зверева. Я нарисовала плакат «Сан Саныч», так как он Александр Александрович. И в итоге Саша Зверев выиграл SPB Open и поехал на Australian Open. И я со своим плакатиком поехала туда, и он мне дважды подписал его здесь и там. И я рассчитывала, что то же самое произойдет в этот раз. Я приеду поболеть за ту единственную, за которую буду болеть только я, а весь зал будет смотреть на меня косо. Но, к сожалению, второй раз это не получилось. Дубля не вышло. Насколько это сложно вообще болеть против трибун, когда вы, по сути, ну не в одиночку, были еще все-таки голоса в пользу Дарьи, но фактически против большого зала. Да, ну это всегда такой челлендж мой личный. Я прохожу не просто как болельщик, как такой, я не знаю, человек, который, может быть, противоставляет себя большому количеству людей. У меня единственное было обидно, почему я пришла с 2 флагами, а кроме меня в многотысячный зал я насчитала всего 2 русских флага. Один из них висел под около там, в общем, под потолком, можно сказать, второй кто-то держал. То есть 2 на 2. Одна я с 2 флагами и вот 5000 человек в Сибур-арене с 2 флагами за Россию. Я не знаю, почему так получилось, но так получилось. И мне хотелось людям, которые мне говорили, ты не патриотка, там, которые мне видели в коридорах, хотеть, а где ваши флаги, ребята? А за кого болеете вы? Я это вообще не могу понять, поэтому это как-то странно. И когда, в этот раз я еще не выходила в люди после турнира, но в прошлый раз, когда выиграл Саша Зверев, мне сказали, это он из-за тебя выиграл. И были, в общем, моменты. Сейчас пока только где-то в коридоре мне сказали, что я не патриотка. Ольга, но мы в любом случае желаем Дарье успеха в парном разряде. Конечно. Уверены, что вы пойдете на ее матч в паре, тем более, что она играет вместе с Викторией Азаренко. Ну а российским любителям тенниса желаем, чтобы приносили флаги на трибуны Сибур-арены и поддерживали Марию Шарапову и других российских теннисисток в следующих матчах. Спасибо большое. Спасибо.